Алханай, мир великого блага. В Забайкале готовится к выходу фильм о буддийской святыне. По словам автора Гончикбала Баирова, это будет первый масштабный фильм об Алханай. Подробности в материале Дарья Миняйло. Идея создания фильма о природе и особенностях Алханая у Гончикбала Баирова родилась 4 года назад. К работе присоединились ученые и ламы из Огинского, Улан-Удэ и Читы. Всего 15 человек. Совместными усилиями собрали немало информации. Автор признается, нелегко уложить в 45 минут, таков хронометраж будущего фильма, все, что удалось узнать. Первоначально мысль была создать книгу. То, что мы сейчас делаем фильм, это уже хорошо. После работы над фильмом очень много нам дает информации. Мы максимально скрупулезно подходим к этой теме, потому что фильм практически рассчитан на всю Россию, будет переводиться на английский язык. В фильме рассказывается о значениях святынь, традициях и правилах посещения этих мест. Особое внимание уделяется теме алханайских наскальных рисунков, петроглифов, о которых до недавнего времени было известно лишь узкому кругу специалистов. Произведения древнего искусства насчитывают около 3-4 тысяч лет и имеют, по мнению ученых, сакральный смысл. В целом они типичные для Забайкаля, степного Забайкаля. Это полоски, крестики, точки. Но такая особенность все-таки алханайских писаниц, что их выделяет, то, что часть из них выполнена желтой охрой. Вот это необычно. Обычно бордовая охра, красного цвета, желтая она имеется, ну, в западном Забайкале, где-то в районе Кяхты, так сказать. А вот для Алханая вот это уже необычность. Благодаря спонсорской поддержке и помощи друзей, фильм «Алханай. Мир великого блага» увидит свет уже в конце этого года. Сразу после презентации Гончикбал Баиров планирует тур по городам России. Автор считает, что фильм привлечет внимание туристов к забайкальским святыням. Дарья Миняйло, Сергей Мозырь, Вести Чита.